Пожароопасная обстановка сохраняется на территории области чуть ли не все лето. Ситуация становится более серьезной сейчас, накануне нового учебного года. Инспекторы Госпошнадзора проверяют здания школы. Здесь должно быть достаточно эвакуационных выходов, средств пожаротушения. Система оповещения о пожаре должна функционировать исправно. Как выяснилось, правила соблюдаются не во всех школах. Сегодня сотрудники регионального МЧС проверили две общеобразовательные школы. Подробности в следующем материале. Татаро-Башмаковская средняя школа была построена совсем недавно. Требования пожарной безопасности были учтены еще при строительстве. Кнопки включения сирены расположены на всех этажах здания. Сегодня инспекторы Госпожнадзора проверяют исправность техники. После нажатия кнопки должна взвыть сирена. Давайте испытаем. Все работает. И ничего. Испытание показало, что кнопка неисправна. Остальные показатели в норме. Инспекторам пообещали кнопку в ближайшее время починить. Не все в школе оказалось довольно-таки гладко. Но нами разработан определенный комплекс организационных мер. Но я думаю, что данные нарушения, которые в этой школе были выявлены, будут устранены в ближайшее время. Есть на территории региона и показательные учреждения. Среднеобразовательная школа номер 74 отчиталась. Все огнетушители прошли переосвидетельствование. В основном здании находится 10 кнопок вызова, в дополнительном помещении еще 2. В школе 10 эвакуационных выходов, везде проход свободный. Более высокий уровень подготовки школ, чем в прошлом году. У нас все школы обеспечены первичными средствами пожаротушения, огнетушителями в полном объеме. Произведен ремонт систем пожарной автоматики, сигнализации, неисправной электропроводки. Значит, пути эвакуации все приведены в надлежащее состояние. В Астраханской области 304 дневные общеобразовательные школы. Перед началом нового учебного года специалисты Главного управления МЧС России по Астраханской области проведут проверки в каждой. Работа началась еще в апреле для того, чтобы у руководителей было больше времени для устранения недостатков. Рейды по школам продолжаются. Ольга Агаркова, Новости 24, Астрахань.